На Малой Конюшиной улице открылись летние книжные аллеи. До 17 сентября здесь можно будет выбрать книги на любой вкус и встретиться с писателями. В этом году книжные ряды расширили свой ассортимент. Впервые здесь появился стеллаж с букинистическими изданиями. Целый год книжная лавка писателя скупала у горожан редкие экземпляры русской и зарубежной классики. Теперь петербуржцы и гости города могут приобрести не только современную, художественную, деловую и специализированную литературу, но и книги, давно пропавшие с полок книжных магазинов. Кроме того, аллеи расширили свою географию. В прошлом году киоски впервые установили в нескольких садоводствах. Загородные книжные ряды были так популярны у дач, что в этом сезоне опыт решили повторить. Книги просто снесли, смели. Но и очень важно, что на самом деле аудитория, которая приходила на книжные аллеи в садоводствах, ну, вроде бы казалось, они будут выбирать книжки, которые сопутствуют там каким-то садоводству, огородничеству. Ничего подобного. Покупали детскую литературу, зарубежную литературу, петербургских писателей. И эта история понравилась всем. Правда, посещать загородные книжные аллеи садоводам придется по специальному графику. Пока запланировано 10 выездных литературных ярмарок в разных садоводствах. Каждая из них продлится от пары дней до нескольких недель. Первым культурный рынок приняло у себя садоводство «Антракт». В дебютный день там продали более 200 изданий. Главная задача филиалов – сделать книги ближе к людям, особенно молодежи. Правительство города надеется, что в этом году книжные аллеи побьют рекорд прошлого года по посетителям – 830 тысяч человек.